Здравствуйте, наши милые зрители! Интернет-магазин «Серебряная птица» вновь рад приветствовать вас на наших регулярных видеообзорах ювелирных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Сегодня в нашем обзоре украшения из серебра высшей пробы на любой вкус. Мы приготовили для вас самые интересные, самые горячие новинки. Приготовьтесь восхищаться и удивляться! И наш обзор открывают вот такие кольца из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Украшения без вставок, буквы выполнены эмалью. Только посмотрите на эти оригинальные и интересные кольца. Мы уверены, в нашем интернет-магазине они станут хитами продаж. Это значит, вашими любимыми украшениями. Скорее переходите по ссылкам в описании к видеоролику, заказывайте их в нашем каталоге и поражайте всех своим вкусом! Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Только посмотрите, какая оригинальная модель у этого комплекта! Украшения без вставок, но зато с каким интересным орнаментом они выполнены. Переходите по ссылкам в описании к этому видеоролику для того, чтобы узнать цену изделий и, конечно же, заказать их на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Кольца из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения. Украшения без вставок, но только посмотрите, они здесь совсем не нужны. Эти милые котики на ваших руках привлекут в себе всеобщее внимание, и вы, конечно же, не останетесь без комплиментов. Переходите по ссылкам в описании к видео на наш сайт serebrnayaptitsa.rf и заказывайте себе милого котенка в покрытии, которое вам по душе. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования. Вставка фианиты. Только посмотрите, какие кокетливые бантики сейчас на ваших экранах. Сочетайте эти украшения с брючным костюмом или вечерним платьем. И мы уверены, вы соберете все восхищенные взгляды. Переходите по ссылкам в описании к видео на наш магазин «Серебряная птица» и заказывайте эти украшения в свою коллекцию. Представляем вам кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Посмотрите, какие оригинальные украшения сейчас перед вами. Мы уверены, они станут вашим любимым повседневным аксессуаром, ведь сочетать их можно абсолютно с любым образом. Мы ждем вас на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf для того, чтобы вы могли заказать себе эти украшения. Комплект из серебра 925 пробы, в который входят кольцо и серьги в покрытии оксидирования. Вставка – сверкающий фианит. Для любительниц более классических украшений мы приготовили вот такую новинку. Напишите нам в комментариях, понравилась ли она вам и хотите ли вы забрать ее в свою коллекцию. Ну а для того, чтобы сделать это, переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте украшения на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Кольца из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Украшение без вставок, но с эмалью. Посмотрите, перед вами сейчас еще одни трендовые кольца, которые вы можете сочетать с любым образом и подчеркнуть свой вкус.
Заказывайте их на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf, переходя по ссылкам в описании к видео. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Украшения без вставок. Только посмотрите, какие оригинальные серьги сейчас в нашем обзоре. Смотрятся просто невероятно, объемно и воздушно. Переходите по ссылкам в описании к видео на наш сайт serebrnayaptitsa.rf для того, чтобы заказать их в свою коллекцию аксессуаров. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения. Украшения без вставок. Однако посмотрите, какие модные и стильные серьги сейчас перед вами. Это серьги-гвоздики, вы можете видеть замочек. И смотрятся они очень минималистично и трендово. Конечно же, мы очень рекомендуем их к покупке. Заходите на наш сайт serebrnayaptitsa.rf и заказывайте эти украшения. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы. Покрытие украшений родирования и золочения. Посмотрите только, какие стильные и оригинальные украшения. Обратите внимание, какой на серьгах замочек. На мочке уха смотрится очень интересно. Подчеркните свой вкус с помощью этих украшений, а интернет-магазин «Серебряная птица» с радостью вам в этом поможет. Мы ждем вас на нашем сайте. Представляем вам кольца из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Вставка на кольцах – фианит. Только посмотрите, какая элегантная змейка может оказаться на вашем пальчике. Смотрится очень оригинально и стильно. Поделитесь с нами в комментариях, в каком покрытии кольца вам больше понравились. И, конечно же, переходите на наш сайт serebrnayaptitsa.rf по ссылкам в описании к видеоролику для того, чтобы заказать эти интересные кольца. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка в украшениях – фианит. Для любителей минималистичной классики у нас подоспела вот такая новинка. Напишите нам, как вам нравится этот комплект. А, конечно же, для заказа переходите по ссылкам в описании к видеоролику, и мы будем ждать вас за покупками на сайте нашего магазина serebrnayaptitsa.rf. Представляем вам комплект украшений, в который входят серьги и кольцо, из серебра 925 пробы. Покрытие изделий из золочения с элементами выборочного родирования. Вставка – черные стильные фианиты. Только посмотрите, какой интересный комплект получился у мастеров-ювелиров Красной Пресни. Для того, чтобы заказать его, переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Украшения без вставок. Только посмотрите, какой тренд сейчас перед вами. Это супер минималистичные украшения, и подойдут они почти под любой образ. Обратите внимание, какой замочек на серьгах с ним. Сережка будет надежно держаться на мочке уха. Для того, чтобы заказать эти украшения, переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. И завершает наш обзор комплект из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка в украшениях – фианиты.
Этот комплект похож на предыдущий из нашего обзора, но здесь уже более светлый вариант радирования и светлые фианиты. Напишите нам в комментариях, какой комплект вам понравился больше. Ну а мы прощаемся с вами и желаем вам хорошего настроения. До новых встреч в новых видеообзорах от интернет-магазина «Серебряная птица».